вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг. Если ты от жизни от своей устал, может быть, заглянешь в наш вечерний портал. Здесь кроссовки танцуют, здесь всегда полный зал. Здесь девчонки целуют, даже если устал. Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Друзья, извините, на секундочку. Ну как-то сам что-то вырули. Да ладно. Ну, а дорогие друзья, мы прерываем наш концерт, извините, пожалуйста, искренне извиняемся. Ну как прерываем? Заканчиваем, наверное, да? А, подождите. Да ребят, заберите его. Ничего не прерываем. Добрый вечер! Добрый вечер. Мы начинаем наш концерт. Ляшков в зале есть? Тихо. Ребят, заберите его, Вова. Вова. Что это такое? Ты пьяный, Вова. Пьяный, проспится Ляшко никогда. Не мешай мне. Есть в зале? Вова, успокойся. Что такое? Успокойся, так нельзя, подожди. Мне дегенерату без роду, без племени, можно все. Да. Олег Валерьевич. Не, не так. Олежка. А не, не так. Слышь ты. О, ты зачем в интернете на меня всякие гадости писал? Мы же шутим смешно, а ты написал, что я гнида. Ты гнид никогда не видел или что? Ведь я нормальный. Ладно я, Бог со мной, что же со мной уже? А зачем ты на мою маму гадости писал? Ты знаешь, что я за свою маму сделаю? Хотя не, у меня же еврейская мама. Ты знаешь, что она тебе за меня сделает? Нет. Ты играешь, что ли? Не, раньше... Вы меня разводите? Я и раньше играл вас, господин Ляшко, Олежка, господин. Хорош, я же вас играл. Ты так шутил, а вы написали. Хотя мне ребята говорили, что с Ляшко вы перегибаете. А получается, наоборот, не догибали мы. Ты что, с ума сошел? Что это такое? Это у него связи. Какие? Зорька, Мурка, пусть приводит всех. Вова, перестань, ты что? Что такое? Что ты ему сделаешь? Ты что? Я ему хочу сделать. Счастья желаю Олежке, здоровья, и чтобы у него на лбу вырос. Ой, извините, нехорошо. Но хорошая идея. Надо нашим мультипликаторам в «Сказочной Руси» сказать, они нарисуют. Вот, но извините. О, послушай, ну давай серьезно. Ну, все. Да. Давай все, как будто ничего не было. Не забыли, было. Давай с нуля, дорогие друзья. Добро пожаловать в концертный зал «Украина». Ну. Ты русский разведчик. Ты кремлевская постилка. Поэтому и говори правильно, не добро пожаловать в концертный зал Украина, а говори добро пожаловать на концертный зал Украина. Я понял. Так грамотнее. Ну, конечно. Все, давай, я тебя прошу. Ты когда пьяный такой дурак? Не, это я когда трезвый дурак. Я ж по трезвяку отказался от 35 миллионов господдержки. Ну, а так я как раз нормальный. И главное, все на нас накинулись из администрации. Я не понимаю, почему. Господин президент, ну вы что, я в Юрмале вас играл? Не Ляшко, а вас! Это уровень. Ты слуга народа играл хозяина. Не наговорился ты еще? Наговорился уже. Наговорился? Да, ты в Юрмале договорился уже. Попрошайка, попрошайка. Да шутки. Шутки. Мы уже из-за тебя без пяти минут запрещенная организация. Класс.
только. Если так дальше пойдет, они на борьбу с нами будут деньги у Америки просить, да? Вова, а ты вот сейчас вот это все так смело говоришь, а ты вообще о своей семье подумал? Да. Подумал, да? Вот тебе авторы сейчас шутки пишут. Авторы. А ты, видимо, хочешь, чтобы мы тебе писали, родственники твои, да? Ой, бежите, ребят. А если вы боитесь, знаете, есть такая поговорка: крысы бегут с корабля. Супер. Давай, давай, продолжай себя закапывать. Теперь все знают, что ты в квартале на корабль заработал. Ну ладно, я скажу, Олег Валерьевич, Лешко, зря вы не ходите на наш концерт. Видите, мы безобидные. На сцене весь квартал, в зале зал полный Украина. Нет свободных мест. Спасибо, нет мест свободных. Это получается, Олег Валерьевич, не мне нет места в Украине, а вам нет места. Ну, действительно, вы знаете, ну, как получается, есть доля правды. Вы знаете, но многие нас обвиняют, что у нас избирательный юмор. Но, честно признаемся, есть люди, о которых мы ни разу не шутили. Ни разу. Да, это правда. Вы знаете почему? Потому что побоялись. Да, это правда. Нет у нас ни одной шутки о Лине Костенко, о Левко Лукьяненко, о Вячеславе Черноволе, о Борисе Патоне. Да? Ну, правда, у нас нет и не было таких шуток. Да, нет и не будет. А знаете почему? Они нам заплатили. Вова, ну ё-моё. А заплатили кто чем? Кто делами своими? Кто поступками? А кто даже своей жизнью? Поэтому... О них, конечно, шуток нет, а только слова благодарности. Олежка, ты готов? Добро пожаловать в вечерний квартал! Добро пожаловать!